спать уже. Так, а кто еще один? Кто еще? Ладомир, да? Да, Ладомира не хватает. Ебать, отпиздили нас лохов. Ладомир, принимай. А можно хилить, блядь? Так, давайте это, разделяйтесь нахер. Прыгайте вниз. Так, кто такой тут... Дима Масленников? Это Синобок, что ли? Это этот, блогер или кто? Нет, вниз. Все, вот так. Ноги сюда вниз. Все, все там. Ты ПВП-шмот там, свич, нет? Чем мы трэш пока пойдем? Блять, у нас столика нету, сука. Жень, ты что, не авторизованный, Жень? Как так-то? Кто тебя кикнул? Ну-ка рассказывай. Тебе дал ролик еще. Так, и кто такой Дима? Дима, ты кто? Свинобог? Да, да, да. Ну ты сделал тогда ник? Сейчас давайте ждем. Чем до Шульку? Стартуем. Да, давайте, я 8% на касту буду брать, получается. Давайте потихонечку трэш будем в свободной слоте этот Даша будет на. Блядь. А ты лидер, бля, какой ассист нам? Там где Слав? Да, блядь, я его верно еды прошу, блядь. Ладно, хуй с ним. А, что-то какой-то эмпатия чересчур сильно собрал, не? Что-то мне, конечно, там сейчас на релаксе пройду. Щитки, я не знаю, ну, блядь, сейчас скажу. Сейчас по дяде пишет. Так, может, там фулпати побольше. Это про аддон ты про этот? Там, я не знаю, Детерес он... Нет, аддон я не ставил. Не знаю, Детерес вообще правильно щитки показывает? Информация. А так СПД у меня под 4000 сейчас. И то я свичнул одну профу на инжу бесполезно. Вот смечу, там что дальше. Да, у меня 4К СПД. Но у меня вроде еще больше, мать. Все что. Это у меня сейчас 4К СПД. Блять, че ты, включи микрофоны и вообще говори. Это скучно, ебать. Набрал тут молчаливо все. Кто там в натуре? Давайте, блин, начинайте пиздеть.
Блядь, столовки не хватает. А вон Вильзевул есть. Хочешь, я начну говорить? Давай. Дай там бить. Голова не будет болеть? Пока можно, пока не болит. Я тебе что дам, знаю. Дай мне масло туда. Очень мало что-то даю. Дам, все, пойдем. Так кто в свободном слоте-то будет? Конкурент или нет? Друид. Друид? Тогда вообще по боку. О, Дашу я знаю. Я ей вчера 2000 денег дал. Я ей тоже КД повешу. На ИК. Ну да, там вообще вся половина, мне кажется, у половины людей КД на ИК. Придется всех заменять. Не-не-не, я повесил только Ауги, получается, Ирландцу, себе и Твинку Даши. Хилов не нашел, так убили их. Не, ну там вообще пачка ебанутая, конечно, там просто, блядь, все вообще ебнутые. Мне эта пачка больше нравится. Чем? Это я? Я на токен. А, понял, ман. Я спасить. Спасибо. Да, друида поднимаю. Да, ну смотря на трэш сложного чистить. Чихим. А что ты там собрал-то в ту пачку? Там же дефолтный рейд, как и был в прошлый раз. У них там дефолтный рейд, я себе там. Ну, в прошлый раз такой же там был, все, вместо все квазивера все... я был. Да? Все 230-е, блядь. Вместо квазивера там я был, и ты еще вместо кого-то там был. Вместо Гавайя, по-моему, а так тот же самый рейд. Ну то типа я собрал просто стандартный первый статик, но. Да, я сейчас будем нажму. Я даже не знаю, в каком я статике. Че, похуй уже, мы собираемся, собираем два статика за день, нахуй, и похуй. Вот так и надо. Все, кто ходит, они будут, ну, им будет слот. Да. О, сейчас Малак умрет, чекайте. Ясно, скинул агро, наверное, испугался. Это кто, медведь говорит, да? Как мне кажется, или вы так долго бьете? Терияки. Хау, как тебе мой трансмог? Че? Ну, прикольно. Да просто ты говорит, ты пиздец, там непонятно в этом ничего, там чинтяги не тебе. Ты шо? Это чертенок маленький. Быстрее там убивайте лучше. Потому что больно. Другите. Бля, помощь нам. А чего арт не танчит трэш? Не знаю. Потому что у нас друг танчит трэш. Это надо было два танка поставить. Возложение слинь. Дайте чего-нибудь другу. Возложение слинь. Блять, два. Один пол, один точнее. Давайте. Помощь. Арт хиль. Ну значит хиль стой ебать флешкой. Пиздец. Сложно ДС поднимать, если что. Чисто полипал на арте. Нет, тут еще как-то. Там кто-то зашел, я надеюсь, это дашь. А в каком рейде на прошлом КД кондёр упал? По-моему, вообще в куба рейде. В третьем. В куба. Раз там пук спорт с ролем. Сова, по-моему. Сюда шур. Кстати, кстати, не пуляйте, не пуляйте, не пуляйте, не пуляйте. Ставь-ка. Ну? Артуру, со мной будешь хилить даже. Вот нам трэш не чистить, просто коня убьем. Или она спулится. Не знаю, лучше убить. Я вообще не знаю, как тут что работает уже.
Так, я сейчас, давайте... Давайте ребахнемся просто. Вот, трэш полетел. Чё-то ты неудачный пак собрался, Хао. Почему неудачный? Ну, у тебя, смотри, у тебя 3 друида, 2 приста. Бля, там у меня все, я все же типа, ну, руки анроли. Один анрол, да? Бля, там у меня просто голова, я не знаю, ну посмотрим, как люди скажут. А, у тебя голова есть. Да не на локу упадут, не переживай. А ты Михила открыл, да? Конечно. Упадут на локу, я буду счастливым. Нет, у нас на ДЦ хороший 2-4 на самом деле. Ну, а в мосту по ИФКу я дочерил один титул, бля, один титул увеличил. Типа да, я, ну, я собирал, я даже не смотрел, типа, еще потоки, но мне вообще плохо. Самое главное, чтобы закрыть, без проблем, чтобы люди, но не было, не тратили. Ну, типа, закрыть-то закрой. Понятно, нет, можно как закрыть? Можно закрыть, типа, ну, блядь, все нервы тут оставить. А можно, блядь, закрыть и просто, ну, на релаксе, хотя даже не почувствовал. Ну тогда ты статиком ошибся. Блядь, у всех пингует, ребят? Не, у меня не пингует. Тут говорят, шаман ставит тотем, мили-тотем, ловкость, которая силу. А ты когда гильдурень наймешь? Блядь, чё у меня с пингом, алёна? Спасите меня, медведь. Спасибо. Так давай еще раз рыбку покушаем. Мама Мадриэлем. Перед всем. У меня пинг. А, ну сейчас нет пинга. Арт, поставишь рыбку? Не сейчас. Кушать или нет? Перед всем. Ласочки там все эти, блядь. Что там еще эти? Масло. Есть масло. Есть масло у кого-нибудь? Сейчас дам. Чисто намажу. Я не уверен, что... Я сейчас сниму с рыбашки. Надо арт, короче, а, ты же скипнул, да, трофу? Да он скинул, да, она уже. Нужно людей спасали найти. Там маш. Там дашь потом. Давай. Хотя похуй. Ходи, забирай себе. Чё? Забирай себе. Спасибо. Так, давайте арче. Давайте, давай, дубаем тут. Да, шаман, где Рускул, да? Сейчас хант на пулит это. Сейчас заводится. Ну лак, я покидаю 13%. Давайте разъебали боссы. Да, у нас друид даже, да, прокатить не спалят? Дашуль, я похилю, а ты просто сиди на этом, на декульсе. Ну да. Да, уебался. Давай, Дашуль, бэрю. Быстрее. Хотим ребаточку. Спел, умоляю. Господи. Это Матадаша, она, блядь, творит. Ты чё, когда он уже переведёт себе вторую? Thank you.
Идем на обработку, так что давайте, ребят. Чему им все? Ну, проклятие там. Да, блядь, ну. Один человек где кольца, так что терпите. Сделали, ебать, манекенов там, ты чё, вопрос зачем? Можно же сделать, блядь, хоть поменьше, потому что босс был посложнее. Хует там. Дизим. Ткань неплохая, надо взять. Чем вот это в два или в одного пойдем танк? Ну, а у нее хил, да? Это он или она? Ома. Она женщина. Там, ну, там слабый. Давай артоспекнем танка, в два танка пойдем на трэше. А тебе, а тебе в ШП, а ей в эрдру. Кайф будет. Твой эрдру? Да. Не надо. Да будет лучше в 100 раз. В двух шипешках батарейка есть для кастеров. Да не. Просто у арта, не сложит танка, а тут и с агро тяжело. Ну я хуй знаю, ну идите, я хуй знаю. Я предложу. Да не, типа на трэше в два танка. На трэше хотя бы, на боссе пускай танчит, типа. Ну вот. Ирдру хорошо зайдут с ходками. Просто вот те пачки, которые там сейчас наверху, для Мишки сложноватые. Ну, сейчас стартая вопрос пятница, два танка какие-то. Ну, ну, это просто как бы потеря. Ты мог бы подамажить. Я вот к чему. Бревно, как не делай. Чё не делать? А чё я сделал? Хоты не надо накидывать раньше времени. Ну, у вас там два танка, видите, поймаете. Да я не вижу, аура от огня стоит или нет? Не стоит. А, да. Кто там? Миликов. Просто это сейчас геморрой. Мне, мне чтобы спец скинуть, мне нужно лететь до Лоран, а вам нужно несколько. У меня же третий спец. У тебя третий. Че, у тебя кристалликов нету этих? Ну, которых таких нет. Я же себе всех использую. Ну, с викликов опять можно копить. Виклики сейчас никто не делает, нахуй никому не нужны. Да, ну, 5 кристаллов. Там, да. Ай.
Так. О, бис. Хороший вообще, да. Дай каску, что ли, на этот. Продиспект, мол. Я могу в сову спекнуться. Да. В смысле? А сова как там одета? Нормально? Как бревно. Как бревно. Ну то есть, понял, шмотки нахер. А. Да ладно, танчите вдвоем тогда. Лучше... Будет чуть-чуть дольше бить, то хоть в этот. Что, может пойдёт наверх уже? Угу. Блин, а мне нравится это, вот этот друид. Ой. Ну вот это Омма. А чё? Потому что мне тоже друид такой. Три спека. У неё на X3 было три спека. Правда, Феррал так и не собрался, да? Собрался. Собрался? Просто ни разу не делал в деле. Нет, здрасте, я ж Мишка бегаю. А то сколько там было... Сколько там было хейта с этой волей? Блин, ну Веде нужна одна там магерская книга. Всё. Всегда так было, есть. А ты сколько играешь уже? На Сирусе? Не на Сирусе, и до. На Сирусе надо сколько? 8-7? Блин, сейчас тихо очень слышно. Лет 8-7. Ага. Сделаю погромче. Да, я когда с компа сижу, у меня микрофон тихий. И какими классами играла? Прист, шаман, друид. Ну, иногда хан. Я, получается, только хантом не играл и магом. Да не, магом тоже даже играл. Нет, так я играла всеми, но просто нет смысла играть тем, что не нравится. А, ну, а я кроме приста, блядь, и ханта, я вообще никогда не играл. Ты еще многого не знаешь, блядь. Играю, блядь, 10 лет вот такой у него, и, блядь, играть это уже на классе. Не, ну я не знаю, как так можно. Ну ты, наверное, просто и PvP, и рейдишь. Да, да. Поэтому на нескольких классах. Я PvP шел. Подожди, не пуль, там Ома сверху спулила. Ну и похуй, собирайся. Да ничего страшного. На путь. Если бы я по какой-то роковой ошибке сделал протовара бы здесь на эти 4, это было бы вообще жестко. Но я им проходил фулл контент несколько раз. Протовары сила. Да, ДК могила. Кстати, ни одного ДК нету ни в том рейде, ни в этом. Ну, что поделать, столовки нет, морали нет. Женька нет. Женек вообще исчез. На красной метке улетел в орбиту. Сука, ты помнишь, как он взлетал часто, блядь? Такое тело. Мне кажется, его в воздухе захиливали, блядь, и он падал и дальше бил, блядь. Да, да, а так и было, ебать, ты что думаешь? Он на зеленку воздух. Почему я орал на него, ебать? Он пока летел, нас его захиливали, блядь, он потом опять наблюдал. Блядь, Женек, раз... пиздец. Еще прикол, он специально это делал, он зеленку он прожимал, чтобы не умереть от взрыва, и чтобы подлететь. Здесь Женек тело, блядь. Может, он космонавтом хотел стать, чего его осуждаете? Че, я в ахуе просто. Не знаю, вар мой любимый класс, но я от него так устал. Я им во всех спеках поиграл. ПВП шел тоже во всех спеках. Фурик интересный был. Я магов ваншотал фуриком. Я вчера, короче, армса видел 2Т4. Денег создавал 2. Мне Сирус вообще вот в плане того, что на циркуле просидел, вот этого Халеона с лечом побил по 7 штук в неделю. Хотя некоторые серваки там КД один день был на подземелье. Они еще больше били. Представь, КД один день.
трэш добиваем, да, ставил стыкость. Всегда есть чем заняться, получается. ДД. И пуляем. Потом у того скелета заберите, который ходит. А ты хочешь не добивать ту пачку дальше? А зачем вам нужно тут поставить, сейчас убьем. Вот скелет забирайте, пацан. Туда, знаешь, с пула Геру, чем она полетит. Ебало мы снесем, как сможем. Обновите только баф, я на трэш упал. Типа, что это было сейчас? Кто его пиздит? Шок чуть не залетел. Сейчас не моя рыба. Вот это хорошая тема. Надо кому-то? Не, мне не. А, у меня есть такие, кстати. Дайте лавку, каску по локу. Оставил спека сюда, да? Можно еще рыбу? Если не жалко, так сказать. Нам вообще шахматы убить, у нас вообще типа на сайте даже типа мы в жопе из-за того, что мы шахматы все время скипаем. А зачем скипать? Они легко убиваются. Опыт, да. Долгие, нахуй въебывать 40 минут этой игры на это. Да почему там. Вообще, кстати, я ходил, вот когда Женя ходил, они шахматы убили за 5 минут, ебать, я вообще в кассу. Там быстро, там главное понимать, кто дамажит и как сделать, чтобы дамажащих не убили, и все. Давай серчи даю. Там 5-10 да, минут. Да. Шаман. А ну, кого да. Свищаемся, когда это? Ты это пошакли ШП, слышишь? ШП пошакли. Она же нежить, баронесса. Да, пошакли баронессу, чтобы она там осталась на лестнице. Все, давай, иди. Начинай с шакла. Зайди в сторонки. Сейчас, секунду. Ты мне пошакать. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Стоит это такое. Так, стоит. Курит. Гера. Ну, сорвалась, смотри за своей хуйней. Ну так хуй знает, как она сорвала. Ну теперь на ней доты. Да я понял. Брат, видишь, тебя бьет мороз, ну прожми ты книжку, да, прожми дубов. Он, блядь, не таунтится, по-моему, если ошибаюсь. Да, он не таунтится, когда выходит из инвиза, у него 0 обро. Да, вот. У меня расколка, да, если что. Так, давай. Даже поедет. Господи. Это херачи перепанчик. Вы зря там фир даете, если честно, ебать. Лучше не рисковать вот этой хуйней. А то он в прошлый раз убежал в пачку, ебать, просто нам упали. Ну, на ваковах стоит, она не будет бежать. Нет, я понимаю. Просто можно проебать вышку. Я хуй знает, кто ваковы снял, конечно. Стан. Клад? Я дам этот. Да. Сейчас я каску дам еще пацан. Домашка.
Он там вроде на какие-то проценты больше не уходит, да? Угу. На 15. Против говно ебаный говнище. Что-то кинжалы вообще нигде не падают. Кинжалы не падают. Мне кажется, у нас самый такой самый гильдер, где просто одни кинжалы дропаются. На котором мы когда были. Я не видел ни разу СПД кинжала. А, ты про СПДшный? Мы... Конечно. Единственный кинжал я увидел СПДшный, это Аверн, который с Логалона забрал. Но он плохой. Но забрал чисто потому, что он красивый. Серьезно? Да нет, он, да. Мне кажется, будет носить его. Ну, он его оденет, потому что он 2-3-9, он циферки дает. Ну, а так он его хотел давно, он его еще до ульты хотел. Он говорил, типа, стык, кинжал будет на трансмог. Да, трансмог, да. Он, блядь, стоит, сколько там, блядь, полторашку, что ли? Он в трансмогах есть. Ну, и типа, ну, он, кстати, нормальный, он СПДшку дает нормально. Хоть он говорит, а не дает. СПД но... много дает, но там с этих статов нету других. Ну, меткость дух, чего нет там, да. Ну, это такой, если там хосты много теряешь. Ты про плащ я тебе могу отдать. Ты, наверное, друг хочешь его закинуть? Ой-ой-ой. Там о, еще кому-то смерть будет. Угу. Сейчас дам зуба. Ой, зуба, кнац. Вы выходите просто с огня и все. Я соляного хилю еще. Загиб, пожалуйста, Слав. Просто уешь, как-то я был карманом. А, ему щитка. Представь, фир разгоняет вот эту толпу. Хороший просто. Нет. Попробуйте фермить эту пачку. Дальше. Это не же нежить. Хватит, я хилю с этим молитвы исцеления по 40 тысяч. Кстати, погибели тут нету? Там, кстати, цепочка квестов, она продолжается по-другому. Тебя отправляют не в Крожан, короче, а опять снова в библиотеку, блядь, к какому-то новому хую. Понял? То есть, возможно, дают урну по другому сценарию, но мы квест не делаем, поэтому... Мы не, но если бы была бы погибель, было бы на сайте её килл. У всех... Ну, блядь, смотри, так вот мне дали какой-то квест, нахуй, я тебе сейчас скажу. А, не скажу. Почему? Я понимаю, что я говорю, если бы типа она была бы, все бы об этом знали бы уже. У меня на локе просто. Типа, если... блядь, отправляют снова в библиотеку. То есть не в РБК отправляют, понял? А именно почему-то в библиотеку, то есть переделали квест. А, ну вот, видишь, требование колен от РБК. Да. Бля, почему там чел стоит просто, блядь, на перилах и кидает сверху? Нормально? А, бежал. Бля, нам не проще сюда всех напулить и тут забить? Что? Ты шотнул, что ли? Да. Вот еще. 28к. Спасибо. Да что? Да я плащик, крит. МП5 взял. По сути, он только на ДЦ, и то хуйня. Вообще все выйду. А у меня хэприст. Хао пошел проверять, сколько они убили уже. Они как и мы тоже идут. Мы где выйдем или скипаем? Зачем она нужна? Давай чекнем, что там в луте. Лапы есть только, но...
ботинки там. Приятные, хорошие. Я бы скипал ботинки, которые там с меткостью, кстати. Всем скипать, если и ОД, и этот и шмот какой-то там может быть. Ну-ка, сейчас чекнем. Шея на танку. Не убейте, не хочу умирать. Вон перчи на сову с критом, две дырки. Там на танке перчи хорошие. Там есть, честно, нет, но... Меткость крит тапки охуенная, блядь, на сову на кожу. Я тоже бы забрал бы. Меткость, скорость 232. У меня 26 вроде одеты. Тоже заебись бы. Запах. Так что она нужна. Да хули ее там бить, блядь. Тем более у нас почти все... Она 2 милика, да? У нас 1 милик, блядь. Так этих зап только ни у кого нету. Потом они всем нужны. Ну и что? Да. Просто, блядь, не видите, там ничего не выпадает. Вот она говорит, бля, пойдем. Не будет. Да говорить. Все везде выпадает. Кстати, Никит, как тебе лук с этого? С молчезара говно? Я, кстати, на хате строил. У тебя до ИВК, блядь, с Каражана вот этот автомат, нахуй, с этой хуйни, как он называется? Сопер! Да, сопер. Ну, либо арбалет с коня. И то в ИВК ты берешь этот арбалет уже только потому, что, блядь, там сильно большие статы, хотя там крита нету. Блядь, что-то ебёт. Блядь, Дашку убило. Давай, контрэш, вставайте, бегите. Не, чем просто, ну, мне кажется, лук, ну, просто он получше, чем вот этот, блядь, пуха, чем с этого, блядь, с робота, блядь, десятки. Лук — это вообще самое плохое оружие для охотника. Да там мобы просто бегают и всех разъебывают. В Каражане тут все переписано, тут я не смотрел статы, я помню, что он не очень. Но он по помяткости дурк. По факту, типа, ну, по статам он такой же. Смотри всегда на оружие минимальный урон. То есть ты смотри не вот эту вот циферку, которая 187 там урона в секунду, это все хуйня. Смотри на урон минимальный. То есть сколько ты минимум будешь въебывать. От этого зависит твои, блядь, прицельные, нахуй, твои химеры, нахуй. То есть минимальное значение, которое они будут наносить. Химера — это вообще, по-моему, магия, на. Ну, наполовину. Половина, блядь, ты наносишь физики, половины, нахуй, от укуса. Все твои верные, блядь, от этого зависят. Все твои автоатаки, нахуй. Забери мобус, блядь. Пытаюсь. Но все равно идет меня бить. Так ты стопни. Так я вообще ее не бью. Я другого убью. Она опять пришла. Да не, у него, конечно, тут два танка, поэтому просто мобы бегают, и в эти разы не будут. Конечно, вау ешь у тебя, как она дрова держит. У нас просто дебафы вот от этих вот конкубин и прочей хуйни, поэтому мы ничего убить не можем. А откуда они вообще взялись, блядь? Или кто-то возле стеночки встал и разлил лужу. Не будем показывать пальцем на этого человека. Да, блядь. Да. Ставь на конкубину метку. Чтоб его убили. Там танк убежит. Короче, падали, меня хз. А кто, блядь, а какой молодец нахуй эту хуйню сделал? Я не пух, блядь. Ну, как там, обычно, да, как там, обычно там, пулили. В углу пулили, как обычно, вышли мобы, нормально, лишь никто не пробежал. Так мы еще не спулили, блядь, еще тех мобов не добили, которые, блядь, стоят на центре, блядь. Лучше боковых пулить. Давайте, зашли все, убили. А он стоит, арбалетчик выстреливает. Mm.
Да. Будем долго произносить. Ну, проще ей в сове бегать, а расставил их там. Там еще, потому что пока 200-й слабоватый. Ну, у него агро получше будет по пачкам. Поехали. Иду починюсь, у меня 20%. Победа. У них там наверху сейчас разбавленцы. Танк, да похуй, уже не надо, мы уже добились. А чё ты устал даже? Чем могу быть полезен? Тут снизу можно починить. Мы еще полчаса здесь. Давайте все пойдите, я вам каски не могу. Бегу. Давайте аккуратненько, да, зайдите. Тут, ну, тут, тут центрально можете все это забить. И собирайте все фантомного лакея, который стоит 80 тысяч. Поставьте окно, оставьте. А он не сагрился, значит, значит, демоны хорошо. Я прибежал. Ты гнев Арсайла жмешь? Бля, тут вообще, по идее, тут на этом боссе друиды вообще танк нельзя танчить. Надо, чтобы Арстайл танчит. Потому что, типа, ну, она битком на себя вешает, и босс не, ну, не выводит состав от спокояния. Да ёпт твою мать, я сейчас опять уйду. На этом боссе спектр еще в сову, а Арстайл туда потанчит. И Арстайл, ну, сидят три, тут на абсорб есть, не одевает. Не знаю, я вижу. Начинаю при лестнице. А на 50 дать есть танк? Как-то на нет. Он купил игроки на кейсе там двух, да, тебе еще контроль будет. Не превратиться.
палец. Че ты вапли подкинулся? ДД, вы бы подальше отошли. Дамажили бы лучше. На ауди стражи меньше агра, чем у Африка, нет? Я что-то не знаю. Селекция все время срывается, а... Просто я не уезжу, я туннелем бью. Так, давайте, респектнитесь по-быстренькому на одного босса. Ты саму оставил танк. Да, конечно, стало тебе бомбезно. Должен же быть спект ДД. Ну вот. Да. Так, ты все готов уже? Давайте пожмите. О, это лапку не надо больше кидать. Дай каску. 8%? Не, не, бля. Да, ну сейчас разбан. 10% топ. Давайте, пробежались по этим по углам. Да ерче наш, блин. Давай, артел. Гуляй. Давайте не обохренка, пацаны. Это будет красивая победа. Ренжу там держите, напиши. Давай, Гер. Бля, я щиток-то выкину, ничего. Я же говорил, у дистра больше, меньше агра. Понял. Хорош. Да я раскол еще тыкнул. Эх, пацаны, пацаны. Блин, ладно, я покурить схожу. Куда курить сейчас? Поднимемся. Ну, у тебя омарез. Встал, не надо. Встал, зал. В смысле, я встал там, где меня резко. А. Ну, давай еще раз попробуем бернить. Блин, это смешно было. Он такой побежал. Ты очень смешно. Между колонн и такой бам, подскользнулся просто. Или космо берем. Ты рядом просто. А где? Он за спиной босса. Ой, станк. Да выходит, а где? Подожди, а где? Бля, я почти только... Чика, сейчас сдохну. Бери, бери, где был. Я без питомца теперь. Каша, вы там брызг стоите. Шаманы и. Не, по идее, на ранжир. Ну, хватает.
Понятно. Бля, я походу на Малага напулил. Да. Да. Только как-то через раз. Да, потому что она выбирает в цель, в смысле кого-то, когда. Ну, да, я на, а я напуливаю по таргету цели. Угу. Кажется, тема была. Че она больше не дает хэппоэнни? Помало что ли? Курва. Можно пока трэш-пал потанчит? Я сразу да. Им говорил, я хз, что ты мучаешься, тоже бы сказала. Ну... Я понимаю, Накс танчить да. Таким мишкой еще ладно. Ну на боссе будете респекаться, потому что, блядь, Арсенал дает ТПС. Ну на боссе это ладно. А сова нам не нужна. Ну так-то 5%. А, у нас шаман есть. Шаманы. Слова в горожане Гер. О, запы упали. Не упали, упали. А, упали запы. Это C4, да. Запястье на меткость кому-то нужно. Пойдем еще жезл убьем. Да. Ок. Иксе не дают, да, запы? Угу. У меня 26-е такие же, тоже меткость хаст. Да, не у всех такие же 26-е. По сути, если я об этом типа и говорил. Ой. Да что, тебе должны забрать, да? Ага, забираем, забираемся. И вот эти тоже пробуем. Надо СС сдать, Малагу. Сюда, да. Ладно. Малаг, наживи. Кому они прям пиздец нужны? Ну, кто дамажит? Дай мне. Дай Малагу. У нас нет таких замков. Я посмотрю, кого хуже команда. 26-е вроде бы. Я подходил, но просто я даже думал, что все будут просто рейдить. А, ну у вас в обоих будет 26-е. Да, тут у всего рейды такие же. Ну все одинаково. Тогда тебя, да, потому что был перед вторым. Тебе не нужно идти? Давай. Отменена. Ну ладно. Да, но мне просто с духом в ШП. Да ты у меня уже жезлы украл, все украл. Просто они, ну, типа лучше не намного попал. Такие же как. Воруй, воруй. Спасибо. Похуй на шмот, главное, что брейд собирался. Конечно. Все, типа, придет со временем. Да. Сейчас Т4 на пристав упадет, я его заролю и буду ходить флексить. Я обменяю на наруч. Что происходит? Обмен на наруч, это нечестно. На 25 буех обменяю, судьи 25. У тебя, кстати, нету этой кожаных штанов буешных, судьи? Протодракон они, по-моему, называются. Все, что есть, вот, сразу на аукцион подойдут. Не, ну я твои аукционы выкупаю да. Иногда, ты там ставишь просто смешные цены, я не знаю, что быть. На что? Не, ну допустим, заходишь на аук, так, а ты хоп поставил шмотку, которая стоит в два раза дороже, ты ее хоп выкупаешь. Да потому что ты шмотка в два раза дороже, блядь, никто не купит ее. Я знаю примерно... Ну, не знаю, сколько... Я вчера нафармил 20к. Просто с ничего. Он просто простоит, блядь, на аук, ебать, и следит. Потому что, типа, ну, неадекватные стены ставит. За вот эту кожу, гурла, которую ты хотел, типа, за 35 тысяч, ебать, ну, типа, похоже. Он вообще, типа, ну, это ну, ни о чем, шмот. Она стоит 12 тысяч, блядь, на аук, ебать. Кожа это вообще не то. Я ее за 10 кинул.
Там еще перчатки есть, эти ткани. А, ты типа ее выкупил у меня за 3000, чтобы кинуть за 10? Да. Конечно, гений. В смысле, я всегда так делаю. Я выкупаю твои боешки и ставлю их дороже. Тогда продашь, кинешь еще 5000 на ПТБ. Мою. А ты закинул эти деньги, да? А? Ты закинул деньги? Да. Поставьте ГБ кто-нибудь, я сниму мех ножки. Что ты там собрался деньги уже с ГБ снимать? Я их только туда ложу, походу, не снимаю. Я как не смотрю, бля, там все снимают. Да мне кажется, ты на починку тратишь больше, чем туда ложишь. Я чинюсь сам. Я не раз починился, случайно, ну, типа, за это. Там арт на рыбу иногда ворует, там на реке. Пусть ворует, ничего не. Не, нам нельзя, малак, мы смертные обычные. Да никто не чинится за ГБ. Я проверяю. Кто чинится, я их наказываю. Чинился за ГБ равно 100 ГБ. Сейчас, кстати, поставьте этот, блядь, ГБ. Кто-нибудь. В смысле мисс, я не понимаю. Ну, ты смотри, они уже оперу убили. Ну да, мы трэш вайпом пописали. А они деву убили? Да. Какие-то мы слабые. Ну там по факту райд сильнее, да, по факту. Я не говорю, что мы хуёвые, типа, но там просто люди с 230-ка почти что все. Да и хилы там, блядь. Один с ванира, блядь, второй 235-й друг, блядь. Но я б не хотел с ними идти, Карл. Почему? Мне Гавайи не нравится. Все равно будешь его редко видеть, конечно. Угу. Редко будешь его видеть, вообще. Да. Потому что он орёт? Не, он мне просто не нравится, потому что я знаю, кем он был Next Door. Кем он был? Бомжиком, который боялся слова сказать. Челик, не убивший лича в обычке. Ну что, это от одного его зависит, что ли? Да не, ну просто. Еще сразу боялся слова сказать, типа, ну если я в рейде никто, то я лучше помолчу, и зачем я буду свое брать слово вставлять, которое никому не важно. Я тоже лично на X2 да по белой стае я молчал по ПД. Ну и на X3 тоже там я особо не подпрезывал, потому что там были люди, кто говорили. Когда кто-то и рейдит, хули подпрезывает. А когда что-то происходит. О, да. Если говорит, так по делу. Так что вы там ГБ хоть поставите, нет? Кого? ГБ? А, да, зачем? Да, я сниму мех даже. Кстати, вот этот, кстати, дип, ну, типа, с Т8 ДЦ с 2 на 10% увеличивает шанс крита мордостроения. Это тоже, по сути, имба. Все, имба. Потому что я, бывает, 1040 просто критую, ебать, вот этой хуйней молитвы. Откуда у тебя 4К СПД, ты мне лучше скажи. Типа, во-первых, у меня Т4 дает, типа, 250. Ну и просто, потому что я 239, наверное, нет? 233, точнее. Ага, 233. Две тринки у меня, блядь, на СПД по 140 дают. Так, чё, полетели? Кто не падал вроде? Дайте мне 4К СПД. А, да-да-да. Приспекните себя. Пока времени. Интересно, что тут будет? Красная шапочка. Мне, кстати, бафов не хватает. Я два раза подряд ведьму убил, блядь. Не хочу ведьму, хочу шапочку. У нее автоматная. А у них шапочка упала тут. Я хочу жезлу, которую я украл Хау. История любви, ебаный стыд. Вот она, женская интуиция. О, с нее жезлу падает, по-моему, не? Там помойка одна падает с ним будет. Ромула, да. Хорошая, по-моему, серьга падает. Там это триня ни о чем. Лакон, да. Не-не-не. Ее можно для прикола взять. Грудак с хвостой там падает.
наверное, дружит. Вот это там не падает? Или это с другого? Это со стороны вас. Ясно. Бесполезно. Там меч падает, но он по факту никому не нужен. Кто падает? Меч? Меч. За меч? Крит меткость. Крит меткость? Да, вот такое вот. Параша, блядь. Отчаяние. Ну, а, я думал, СПДшный меч, а ты мне какую-то херню не кучу. На транслок? Драны. Давай, Геру, ебать, взорвали его нахуй. У меня Оман какой-то гейский, ебать. Блять, не работает нихуя. Ну, включаю. Почему у меня, блядь, за место ников нахуй двоеточие? Не влазит ники. Нет, Том, блядь. Там косты сбивают? Там косты сбивают, ребят? Похилилось, нет? А так по-моему косты сбивать. Только шаман есть. Ой, я рыбу забыл поесть. Преданность. Побежала она. Ебать, вроде на. Куда поводит? Так, сейчас супруг выйдет. Угу. Получается плюс урок. Интересный босс, конечно. Тут опять же, ебать, да? Босс 6,6 лямов, а потом они выходят, у них столько же, да? 3,3 или меньше. Столько же. 12 лямов, да, получается, у босса? Интересно. Слушай, почему 12? Ну, 3,3 плюс 3,3, 6, потом они оба выходят по 3,3. Ну, 12. 12, даже больше, даже 13. А. Ну, может, меньше чего-нибудь будет. Меньше 3. Хотя вряд ли. И так играть сейчас размерен. Давай просто до 200 доведем, а потом следующий таргет. А, ну да, по 3-3 так же будет. Джулианна, ебать. В смысле оглушение? Ты шо, падла? Так, по Аромалосу поиграйте побольше. На одно... Вы видите? На одно хп. Он отклинул Джулиана от этих быстрее. Все свечные все равно. Так, мы что делаем? Умираем и бежим? Либо как? Либо будем трэш этот действий сверху чистить. Пошли через верх. Так, мне кажется, умереть и пойти через... Ну, так будет быстрее будет, может. Чем мы будем трэш пинать. Мне пофигу на свою шерепку. Я просто не знаю. Давайте умрем. В смысле, так это не баг был, он не рез... Ой, в смысле, он резается? Трэш, который... Возможно, нет. Так, и играйте по Джулиане. Ну, короче, смотрите на цехопашки. Алло, высасывающий. Стоп, плюс.
Поджулять там, сыграть это больше. Да все, все, убиваем. Все, давай, убивайся. И умерли они в один день. Смотрите, он, он, ее, он ее проткнул своей саблей. О, плохо он умер. А он же апнутый, типа, 1000 урона, нет? Это... А, трэш резнулся. Пойду сдохну. Давайте, умирайте. А, им лента упала. Значит, нам кондёр упадёт. Сейчас пуги нету, никто не украдёт его. Или